Она спасла десятки жизней новорожденных детей. Она держала в руках сотни младенцев. В преддверии международного женского праздника 8 марта мы рассказываем о женщине-враче-неонатологе. С педиатром встретилась наш корреспондент. 20 лет своей жизни посвятила работе педиатра-неонатолога 43-летняя Людмила Панибратец. Врач ежедневно работает с новорожденными детьми. Это особенный контингент населения, делится доктор. К ним нужен индивидуальный подход. Детки, к сожалению, с рождения не умеют разговаривать. Они не могут предъявить жалобы. Они не могут указать на то, что и как у них болит. Вот, поэтому приходится руководствоваться только собственными знаниями, каким-то опытом уже наработанным. И, естественно, работа достаточно непростая. Людмила Панибратец решила, что будет работать в родильном доме уже на втором курсе университета. Будучи студенткой, женщина работала в родильном доме в качестве младшего, а потом и старшего медицинского персонала. О выбранной стезе Людмила Панибратец не жалеет, ведь работа с маленькими пациентами интересна и ответственна. У нас случаются экстренные ситуации, требующие быстрой, наверное, реакции, концентрации внимания. То есть работа неонатолога – это не просто как педиатра, это еще плюс и работа реаниматолога. Поэтому, наверное, это все-таки непростая специальность. Работа неонатолога включает в себя и функции реаниматолога. За 20 лет не сосчитать, жизни скольких младенцев были спасены ее руками. Бакытгуль Укасова, Владимир Иванюк, 5 канал.